Канун 8 марта. Очень хочется поздравить девушек, особенно студенток старших курсов. Милые дамы, которые стали мамами. Я желаю, чтобы у ваших детей были самые лучшие мамы на белом свете. С праздником, милые дамы. Дорогие девушки, в этот замечательный весенний день, 8 марта, я хочу поздравить вас с этим праздником. Вы умнее, лучше, совершеннее, красивее нас, и поэтому я хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов, удачи во всем, чтобы мужчины, которые вас окружают, были более заботливыми, внимательными к вам. Да. Желаю нам любви и счастья много, чтобы для грусти не было причин. Пусть говорят, что все от Бога, а я считаю, больше от мужчин. Дорогие девушки, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам, чтобы вы любили и чтобы вы были любимыми. Чтобы у вас сложилось все хорошо в будущем. Чтобы вы замечали в окружающем только прекрасное. Чтобы, закончив университет, у вас сложились дружные, крепкие семьи. Будьте счастливы. Дорогие девушки, дорогие женщины, самые прекрасные на этом свете. Мы вас поздравляем с этим праздником весны, 8 марта, и желаем, прежде всего, для вас здоровья, счастья, красоты, чтобы вы всегда оставались такими красивыми, радовали нас. И чтобы все подарки, которые вам подарят в этот день, не заканчивались 8 марта, а продолжались круглый год. Желаем оставаться такими же красивыми, дарить нам свои улыбки, красоту, чтобы всегда вас окружали только лучшие из лучших. Чтобы все мужчины одарили вас подарками и цветами, чтобы у вас было всегда хорошее настроение с 8 марта. Желаем вам быть окруженными любовью, лаской, нежностью мужской, которая, несомненно, существует, несмотря на всю нашу мужественность. И отдельно хочется сказать спасибо всем нашим мамам, бабушкам, сестрам, девушкам, декану, которые сделали нас мужчинами. Дорогие дамы, хотелось бы вам пожелать самого главного в этой жизни – это здоровье. Остальные все причуды жизни приложатся. 8 марта, женщины! Дорогие девушки, сегодня хотелось бы поздравить вас с прекрасным весенним праздником, 8 марта. Пожелать вам, чтобы вы оставались такими же красивыми, умными, отзывчивыми. И самое главное, чтобы вы встретили этот праздник со своей второй половинкой. А если нет, то обязательно обрели ее. С праздником! Дорогие дамы, спасибо вам за вашу любовь, тепло, доброту. Мы вас очень любим. С 8 марта. Дорогие дамы, девушки, мамы и бабушки, поздравляю вас с праздником 8 марта. Желаю вам здоровья, счастья и терпения. Терпите нас, парней, такие, какие мы есть. С праздником вас!